И чтобы не пришлось обращаться к врачам за помощью, заботиться о своем здоровье нужно постоянно. Сегодня об этом напомнили сотрудники Министерства здравоохранения. Они провели лекцию, где рассказали о том, как правильное питание влияет на здоровье сердца. Чтобы избежать ишемической болезни, необходимо соблюдать специальную диету, причем с раннего возраста, отметили медики. Главное правило – как можно меньше употреблять жирных продуктов и фастфуда. Стоит отказаться и от растительного масла, меньше есть соленое и жареное. Вместо этого специалисты рекомендуют употреблять вареную или тушеную пищу. Не стоит также забывать, что переедание может привести к ухудшению работы сердца. Самое главное для профилактики атеросклероза – это наличие в рационе питания омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Но в простонародье это, можно сказать, рыбий жир. Не менее 2 граммов в сутки. Ну, для примера это 100-граммовый кусок сельди, скумбрии, семги. Ну, где-то примерно так содержит. Еще эти кислоты содержатся в льняном масле, в грецких орехах. Те, кто сегодня не смог прийти на лекцию по здоровому питанию, но хочет задать свои вопросы специалистам, сделать это возможно завтра. В пятницу, 22 января, с 2 до 3 часов дня пройдет прямая телефонная линия. На вопросы кировчан о правильном питании ответят врачи-диетологи. Телефон для звонка 38 13 23.